и позвоночник можно считать, вот если мы кладем руку на затылок, вот эта вся прямая линия, это затылочно-позвоночная часть. В нее бить нельзя ни руками, ни ногами, никак. Димочка, ты ролики будешь первый, поэтому красиво. А я говорю, в другом уте, ну, здесь, готов. Синий угол. Так, ну что, сейчас посмотришь снова. Это второй мой профессиональный бой. Выиграл тем же приемом. Немного понял, что вынес ошибки какие, функционально немного, слава богу, подготовлен. Может быть, немножечко перегорел. Выиграл, в принципе, уверенно. Буду в дальнейшем готовиться. Сенсей, спасибо ему, Шарубоку Владимировичу, кто не знает, подготовил меня. Тренерам своим, Корману Женю и Андрею Николаевне, спасибо им большое, что они меня готовили и функционально подстроили. И родителям, конечно, я посвящаю свой победу. Сзади. Hallo, Lamo. Ja, Javier Fuentes, caballero legionario paracaidista. ¡Viva España! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Я очень рад своей победе. Благодарен всем, кто трудился надо мной. Моему тренеру, чемпиону мира по ММА Итигату Атакишиеву, Натию Гусейнову, нашему президенту Федерации ММА Равшану Гасанову и всем родным, близким и семье. Спасибо. Ваня, нужно слушать угол. Если ты угол слушать не будешь, СТС башки сделают. И ты будешь инвалидом малолетним, понимаешь? А ты не слушал. Вязать его, не давать ему ничего делать. А должен ты его проиграть, не должен. Не слушаешь, проиграешь. Слушаешь, не проиграешь. Все, очень просто. Второй раунд пошел. Ну, отличная подготовка, готовился, просто уничтожали его всей команды, там все на него работали, менялись каждые 30 секунд. Как бы, ну, сколько я вел подготовок, это самое лучшее. Как бы спасибо нашим тренерам, в особенности Максиму Баскакову и Владимиру Осе. Так что по подготовке проблем нет. Готов, как никогда раньше. Hemos ganado. Javier Fuentes, caballero legionario paracaidista. Hemos ganado. Узнал противника, Денис Генюк, да? Знал противника. Твое имя как? Эра Прожина. Все нормально. Добр, чиш, нормально. Удаил его, да? Вообще жестко, блин. Переворачивайся еще. Спасибо.
сюда залез, то не будешь вот там. Лёг сидит. А ведь не Лёха, я думал, тут лёг сидел. Куда? Ты, ещё лапу, короче. Знаете, больно бьет. Сильно. Ну чего? Случилось так, что я победил, тяжелый бой, конечно, немного не по плану все было. Вот, ну, пришлось изменить по ходу боя немножко тактически. Ну и слава богу, получилось победить. Это радует очень. Да, я надеюсь, что порадовал себя, свою команду тренеров и всех неравнодушных. Вот. А по сопернику, ну, к нему огромное уважение, да. Рубака с характером. Вот, до последнего бились. Я думаю, зрителям понравилось. Я думаю, интересный бой был трехраундовый. Нормально порубились. Я хочу пояс, это моя цель. И я буду соглашаться с любыми оппонентами в любое время. Да? Дайте подготовиться 2 месяца, и я выскочу с любым. Lucy, look. No, first time me. The same. So. The last. So. In penalty. You fight every day. And the. And you, my friend. Every. You see to fight and you rage take rage. No good fight. Good fight. Он говорит, брянский квас.